Мне даже неудобно, когда очень много говорят о том, что вот мы тут по Украине, площадка основная. Я уже и министерству поручил, и многим, мы не должны об этом говорить. Ну, беда у наших родных людей. Притом не мы же были инициаторами этой площадки. Инициаторами была госпожа Меркель. Это она предложила встретиться в Минске. Ну, я был в Сочи, вместе с Путиным переговоры вел в это время. И я в этот же день уезжаю, чтобы завтра организовать эту встречу. Ну, попросили организовать, организовали. Ну и потом переварить 150 тысяч беженцев и переселенных людей из Украины, когда начался конфликт. Ну да, кто-то вернулся обратно в Украину, кто-то туда-сюда, как я говорил, ездит. Но большинство осели здесь, и мы им предоставили все равные права, хотя у нас не сладко было. Поэтому нам хватило от Украины, и то ли еще будет. Поэтому мы ввязаны в этот конфликт, можно сказать, по уши. Почему? Потому что будет плохо, если там этот конфликт затянется. Это ненормально. Вот исходя из этих прагматических целей, мы просто занимаем определенную позицию по украинскому вопросу. Не знаю, что тут плохо. Есть проблемы и с Украиной, они могут быть еще больше, и уходить от этого вопроса мы просто не имеем никаких оснований. Но Европа вроде бы озаботилась событиями в этом регионе. Американцы ввязаны в этот конфликт. Ну, понятно, я часто уже и публично говорю, слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины, Западу и прежде всего Америке, но это не снилось. Первый подарок был развал Советского Союза, власть не могли поделить. Второй подарок – Украина. Что сегодня американцев упрекать? Это подарок. И не дай бог, там будут поставлены ракеты средней и малой дальности, почему сейчас этот договор перечеркнули фактически, тогда до Урала обстреливается полностью малыми ракетами вся Россия. Подарок – подарок. Но так надо и в силу этого закрывать эту проблему. НАТО, 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 вот НАТО там будет. Слушайте, там сегодня не надо НАТО, там такая тенденция, там достаточно людей в Украине, которые будут в 10 раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят там. Я также руководству России довел эту позицию. Это же тоже надо понимать и видеть. Недавно на Мюнхенской встрече и вообще встречаясь с американцами, европейцами, они везде говорят, мы хотим мира в Украине. Мы хотим, чтобы в Европе был порядок. Я говорю, слушайте, чего вы хотите? Давайте, говорю, соберемся в рамках ОБСЕ, обсудим проблемы. Нет, не хочется. У каждого свои цели. У одних, других, третьих. Давайте выйдем на какой-то Хельсинки-2, если на то пошло. Мне намекают в Европе, Александр, не надо инициировать это. Не надо, это невозможно, это не нужно сейчас. Понятно, вот позиция Европы. Им это не нужно. Хотя и та же Меркель, и другие, и бывший президент Франции, ну, может, и этот понимают, что это же в нашем доме пожар. Это же полыхнет, сегодня уже, посмотрите, втянуты в этот конфликт и Польша, не только по национальному признаку, и Венгрия, вот с министром иностранных дел мы встречались, проблема. Это же дальше будет хуже, надо тушить этот пожар. Нет, какая-то игра, когда начался конфликт, позвонили мне поляки сразу, ай-яй-яй, что будем делать? Я говорю, хорошо, если вас интересует план диктатора, мы можем предложить. И им сказал, если вы не примете этот план, я буду считать, что вам не надо нормализация в Украине. Туск со мной согласился, да. Они не приняли этот план. И сейчас стыдливо прячут глаза в стол. То есть все хотят погреть руки на Украине. И вот этот пожар, который там полыхает сегодня, неизвестно чем закончится, он не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожнее, аккуратней и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране.